Thank you.
А? А я еще лестницу сделал. Хочешь попробуй пройти? Нет. А я вот пройду, смотри. Ну-ка. Я хочу тоже. Ну, ты ж только что не хотела. Тик, тик, тик. Ну вот так, покажи в камеру. Вадька, покажи. Вот так, покажи. А я сейчас. Классно. Опа! Опа! Ну что, лестница в принципе готова, осталось ее покрасить, но перед тем как красить, сейчас еще позову Ларису, пусть она испробует. Так, Лариса подошла, сейчас Лариса будет принимать работу. Давай, зайди, зайди на нее. Так, пошла. Так, как, нога становится? Вообще отлично. Ой, ну ты не сломай. Как мне тогда входить? Очень есть? Аккуратно, очень аккуратно. Вот, вот так. Раз, два, три, четыре. Вау! И далее. Вернись, Юрик! Ну-ка, поснимай меня. Ну что, лестница покрашена, готовая, как говорится, к употреблению. Вот она, на два раза ее Лариса покрасила. Тут у нас сегодня ветер поднялся. Ну и, конечно, опускаем эту лестницу туда, для чего она предназначалась. Здесь лестница простояла, ну, я не знаю, лет 7, наверное, старая, и сломалась. Теперь установили вот эту новую, еще, я думаю, минимум лет на 7. Это остатки картошки, сегодня уже август. Через месяц пойдет свежая картошка. Все, всем пока, делайте лестницы.